Господь призывает верующего к активному служению. Наша ответственность перед Ним в том, чтобы самим расти духовно и помогать другим в познании Бога, раскрывая красоту и значимость Его Слова. Изучение Библии – это увлекательный и непростой процесс, который требует стабильности и постоянства. Институт церковного служения желает помочь каждому верующему в его духовном возрастании. Сегодня мы предоставляем вам качественный библейский материал на учебной платформе Moodle. Вы тратите минимум сил и времени. По сути, каждый студент изучает материал самостоятельно, а куратор курса лишь мотивирует и направляет учащегося. Гибкая система обучения позволяет тратить лишь 7 часов в неделю, не оставляя своих обязанностей в семье, церкви и на работе. Большей частью нашей аудитории являются молодые люди, которым интересны современные формы обучения. Однако они слишком заняты, чтобы посещать богословские семинарии, но с ними легко контактировать в социальных сетях. Поэтому мы даем возможность обучаться дистанционно. Институт церковного служения предлагает не просто отдельные курсы, но цельную программу. Используйте уникальный ресурс для онлайн-обучения, а также посетите наш сайт